Всем здравствуйте! Меня зовут Кустова Анна Сергеевна, я учитель музыки школы номер 1420. Сегодня мы с вами разучим и исполним песню под названием «Галоши». Слова Зои Петровой, музыка Аркадия Островского. Но перед этим, конечно же, мы должны распеться. Начинаем мы с дыхательной гимнастики. Медленный вдох через нос и медленный выдох через рот, вытянув его трубочкой. Медленный вдох. Стоп. И медленный выдох. Хорошо, снова вдох. Стоп. Медленный выдох. Снова вдох, попробовать еще медленнее вдох. Стоп, держим 5 счетов. 5, 4, 3, 2, 1 и медленно выдох. Хорошо. Следующим упражнением это будет медленный вдох. И три резких выдоха через рот, вытянув его трубочкой. Вдох. Стоп. И три резких выдоха. Еще вдох. Стоп. Три резких выдоха. Хорошо. И еще вдох. Стоп. 5, 4. 3, 2, 1 и 3 резких выдоха. Хорошо. Следующее упражнение будет пение с закрытым ртом на букву М на 2 звука. Немножко вытягиваем губки вперед. Между зубами у нас расстояние. Губы расслаблены, должны чувствовать вибрацию во время пения. Хорошо, берем вдох. Следующая тональность. Вдох. Вот так будем петь. И хорошо. С прыжочком. И легато, и стаккато. Очень аккуратно, плавно, потихонечку просыпаясь, просыпаются наши голосовые связки. Не надо начинать с упражнения самых сложных, на самые высокие звуки. Всегда медленно, потихонечку поднимая все выше и выше по тональности, чтобы наши голосовые связки не напрягались и уж точно не надорвались. Вокальные упражнения начнем с 5 слогов. Ла, ле, ли, ло, лу. Обратите внимание, что у каждого слога своя артикуляционная позиция. Ла, ле, ли, ло, лу. На одном звуке прием стаккато, как будто бы у нас мячики прыгают. Ла, ле, ли, ло, лу. Вдох. Ла. Ле, ли, ло, лу. Ла, ле, ли, ло, лу. Хорошо. Ла, ле, ли,
Следующий вариант. С выдохом резким, как в дыхательной гимнастике. Вдох. Каждый слог четко. Вдох. Следующее упражнение. Мы совмещаем легато со стаккато. Ми, прыжок. Мия. Залеговали. Мия. Пожалуйста, вместе со мной. Когда поем, наш рот должен быть открыт. Можно даже положить ладошку чуть ниже подбородка и стараться коснуться, чтобы наша челюсть была расслаблена. Следующим упражнением будет веселое тири-рири-бири-рири. Тири-р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 а. Наша песня будет очень активной, артикуляционной позиции, поэтому нужно активизировать наш артикуляционный аппарат. Еще раз послушайте. Тири-рири-рири-рири-рири-рири-рири-рири-ра. Заканчиваем на ра, опуская подбородок низко. Вместе попробуем. Хорошо. Закончим распевку звукоряда медленно, плавно по каждой ступеньке вверх и вниз. И стаккато 3 раза. До, до, до. Потянули. Ре, ре, ре. Ми, ми, ми.
ре, ре, до. Вот мы с вами и распелись. А сейчас послушайте, как будет звучать эта веселая, задорная, шутливая песня «Галоши», чтобы потом ее разучить. Отличные калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие. Теперь хоть ты захочешь, а ноги не промочишь. Не терпится Алёше надеть свои калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие. И хочется к тому же скорей пройтись по лужам. Домой с гулянья Лёша пришёл в одной калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие. Но мама удивилась: Алёша, что случилось? Ответил маме Лёша: я кошке дал калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие. Мне жалко кошку стало, босой она гуляла. Ведь некому калоши купить. Нашего бедного Лёшу. Конечно же, не за то, что он отдал новые красивые калоши кошке, а за то, что он пошел голыми ножками по мокрому асфальту и мог сам заболеть, поэтому и мама ругается. Сейчас давайте разучим эту простую мелодическую линию. Ритм здесь ровный, а темп возьмем медленный, чтобы все успеть пропеть, запомнить. Я пою, вы за мной повторяете. Купила мама Лёше отличные калоши. Вы. Калоши настоящие, красивые, блестящие. Калоши настоящие, акцент, красивые, акцент, блестящие. Вы. Калоши. Теперь хоть и захочешь, а ноги не промочишь. Вы. Молодцы. Второй куплет. Не терпится Алёше надеть свои калоши. Калоши настоящие, красивые. Алёша, что случилось? Вы. Хорошо. Ответил маме Лёша, я кошке дал калошу. Вы. Калоши настоящие, красивые, блестящие. Жалко кошку стало, босой она гуляла.
Пятый куплет повторяем. Говорить эти слова. Не понимает, за что его ругают. Молодцы. А сейчас споем эту песню от начала до конца, эмоционально, пропевая каждое слово очень четко, дикционно правильно. И, конечно же, не забываем про то, что в третьем куплете Алёше, что случилось, и в шестом куплете, за что его ругают, мы не поем, а говорим. Хорошо? Поем. Купила мама Лёше отличные калоши, калоши настоящие, красивые, блестящие. Теперь хоть ты захочешь, а ноги не промочишь. Наше занятие закончено. Желаю всем хорошего пения.